Всем привет! Продолжаем играть в Дюка. Давно у него я в принципе не играл. Нужно немножечко разбавить, наверное, наши стримы. В Shin Megami Tensei чуть-чуть попозже поиграем. Ну а пока продолжим играть дальше. Прошли мы первый эпизод уже, который у нас был, назывался LA Meltdown. И следующий у нас эпизод Lunar Apocalypse, который довольно такой достаточно длинный, и некоторые считают его скучным, потому что он в космосе происходит. И в конце первой части мы, похоже, зашли в кабину. Вот, в конце первой части, в первом эпизоде, мы узнали, что, оказывается, какие-то есть инопланетные корабли, которые захватывают женщин с инопланетянами. Вот тут нам говорят, сообщение было о том, что станция находится под атакой, просят о помощи. Это у нас какой-то Polaris Outpost. Путь у нас путь идет у нас на вину. Обязательно нужно туда нам попасть. И, по-моему, потом мы с Луны уйдем в непонятное место. Еще какую-то станцию, но об этом чуть попозже. В этом эпизоде очень много классных отсылок, связанных со всякими космическими франчайзами, интеллектуальными собственностями. Вот из-за этого мне, в принципе, этот эпизод очень нравится. Довольно классно. Я считаю, что фишка вот этой космической вот этих станций, вот эти вот, Луна и остальное довольно прикольное. И мне он всегда нравился очень особенно. Так что я не совсем понимаю, почему другим людям он не нравится, но, опять же, эпизод довольно затянутый. Хотя музыка здесь вообще превосходная. Так, а где у нас тут врагов не хватает? Ладно. Странно. Никто не появился. Не, похоже, они просто ничего не сказали. Здесь у нас появились новые враги. Имя их я, правда, не совсем помню. Но зато они очень бесячие. И всегда я их не очень любил. Прям очень не любил я их. Так, а что-то мы тут, по-моему, пропустили. Ну-ка. Нет, ничего. Странно. Они еще имеют свойство вот плеваться.
кислотой. И очень нужно быть аккуратными. Так, аккуратно. Правда, очень красиво здесь. Вообще шикарно выглядит. Космос в Дюк-Нюкеме. Нет, все-таки что-то я пропустил. Ага, вот оно что. Все. Думаю, почему у меня нет бомб? Ну, самое, наверное, интересное то, что здесь в некоторых местах уровни достаточно легкие. Можно в одном буквально, если есть джетпак, пробраться. Странно. В одном уровне буквально можно пробраться минут, наверное, за 5, если не меньше, на самый верх, к выходу. Но это, наверное, чуть попозже. Мы посмотрим. Единственное, что я, наверное, так делать не буду. Будем по-честному проходить уровни. Интересно, как выглядит. Так, ну мы пойдем вниз. Забыл, что здесь с текстурами проблемы небольшие. Что мне не очень нравится, они какие-то такие вот... есть вот непонятные, не сглаженные пиксели. Лепешка бы его. Не получилось. Классно, когда врагов дверьми захлопываешь. Так, ну а мы пойдем сюда. Отлично. Секрет. Постараюсь тоже все секреты собрать на каждом уровне. Благо, что практически про все я знаю. Довольно хорошо я, в принципе, игру выучил. Напомню, кстати, что играю я с некоторыми модификациями на порте EDUC32, лучшую версию Duke Nukem 3D, которую вообще можно поиграть. Вот и все, мы дошли, первый уровень прошли. Да, я рассказывал в прошлом выпуске, привет, о том, что он, его похитили вообще инопланетяне во второй части. Тут появляются, кстати, дурацкие враги. Вот, его похитили во второй части, и там он... пытался вернуться на землю, попутно их убивая.
Отлично. Вот, и он победил пришельцев. Тут немножко напряженный момент. Отлично. Вот, и, собственно, по пути домой он летел на этом корабле. И пришельцы его сбили, как оказалось, что пока он сбегал из тюрьмы. Я так не помню, кстати, отсылка к чему, вот это 1.1.38. К какому-то sci-fi фильму прикольному. Выглядит тоже ничего так. Вот, так вот, он как раз на подлете в Лос-Анджелес домой его сбили, и, собственно, началась третья часть Duke Nukem. А в первой части он сражался там с доктором Протоном. И там тоже было несколько эпизодов в этой игре. Но первые две части, они платформеры. В принципе, первая часть такая себе на самом-то деле. Музыки там не хватало. Но четвертая часть поинтереснее. Причем самое интересное в этой ситуации, то что даже каноничные очки Дюка, о, получилось прижать дверью мясо. Вот так вот классно врагов прижимать дверьми. Да, привет. Вот, и во второй части поинтереснее сделали. О, я тоже играл давно-давно в эту игру. Но, наверное, пораньше играл, и на PlayStation 1. Каким-то образом я ее вообще заполучил. Я еще даже на Sega, кстати, в нее играл, в пиратскую версию. Вот что я вспомнил. Где она нереально кривая была, но прикольно все равно было в нее играть. Вот, так вот. Вторая часть довольно такой бодрый платформер, и стоит того, чтобы в него поиграть. Он прям реально вот мне нравится. Но, к сожалению, немножечко там Дюк не такой, как в этой части и последующих. Много харизматичности у него появилось. А до этого игра про него больше такая, платформер обычно был. С элементами такой интерактивности. Да, кстати, многие не знали первые две части, и даже беда была в том, что жанр был совсем другой. Первых двух частей, как бы, платформеры, и потом 3D Realms, которая была Apogee, они, во-первых, опять же, переименовались 3D Realms, когда сделали Duke 3D. И сделали они это как раз таки вот из-за этой игры, типа бренд новый создать. И так как не все играли, во-первых, в Дюка, в принципе, во-вторых, хотели сделать так, чтобы и те, кто не знал, вроде как могли вспомнить, и как бы для тех людей, которые никогда про Дюка не слышали, чтобы тоже не внушать конфуз, решили назвать Duke Nukem 3D. И вроде бы как бы первая часть, а вроде бы и третья, и непонятно. Да, вот Doom. Честно говоря, Doom не так сильно мне нравится, если сравнивать с Duke'ом. Blood прикольная тоже тем, что вот,
куча отсылок к разным фильмам ужасов, хоррорам. Вообще классная тоже игра, но надо сказать, очень сложная, особенно на последних сложностях. Там сложность крутая на самом деле, немного интересно сделали ее. То есть не как здесь, там больше врагов и так далее, а вот там был такой вот определенный момент, что тебя лучше убивали, враги читерили, их тоже было больше, там интересно сделали ее. Так, у нас тут еще где-то яйца есть. Ну, обожаю эти игры на самом деле, вот они прям шикарные. А, вон вижу яйцо одно. Ладно, пойдемте. Надо будет тоже попозже поиграть. Еще есть Shadow Warrior игра. Тоже на таком же движке. Прям шикарная для любителей Японии и азиатчины, в принципе. И в нее мы тоже поиграем. И вот самое интересное, там повествование немножко более такое под прохождение вот по историческому такому типа пути сделано. То есть, ну, то есть прогрессия такая, не просто обычные уровни там сделаны, а вот именно вот как... именно вот как ты проходишь действительно по сюжету игру. Ну, я бы не сказал, что забыли, кстати. Единственное, что с Бладом проблемы происходили. Так как Atari принадлежат права на Blood. И они упорно не хотели издавать эту игру, переиздавать на другие платформы или разрешать сделать Source Port. Ну, то есть как, не то чтобы не разрешали, а не давали Source код использовать, исходный код игры, хотя он есть, и человек был готов поделиться им, один из разработчиков. Но Atari были против и готовились судиться с теми, кто попытается хоть как-то это попытается хоть как-то, так сказать, даже если утечка произойдет, то будут судиться. И в итоге все про Blood забыли. Почему-то Source Port никто не делал до определенного времени. Потом начали делать, переиздали, во-первых, ее. Потом энтузиасты тоже сделали свои Source Port'ы. На Yduke 32, к слову, тоже есть, по-моему, порт Blood'а. Вот, вот единственное, про кого забыли, это про Power Slave, которая тоже прикольный такой FPS про Египет, где было много элементов Metroidvania. Это когда ты получаешь определенную способность на одном из уровней, и можно попадать в разные другие места после того, как получаешь эту способность. Вот. Вообще много было разных игр. Да что ж такое? Блин, как-то они хорошо уворачиваются. Тяжеловатенько его убивать. Транспорт тайкун. Да, прикольная штука. Вот, кстати, я не помню. По-моему, по тайкунам, в принципе, выпускали неплохие сорс-порты.
Так, у нас тут сейчас будет боль. Мне вот очень нравился Zim Park Tycoon, или как-то так он назывался, по-моему, просто Zim Park. И еще был про госпиталь, прикольная игра. Я вот любил именно вот Zim Park игру. Там, где ты строишь парк аттракционов. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Вот да, вот про железные дороги, кстати, какую-то выпускали конкретно игру. Ну, давай, ломайся, взрывайся. Зараза, ладно. Да-да-да, вот на Сеге как раз я играл в него. Классная была игра, на самом деле. Но потом я узнал, что на компе она есть. На компе частенько играл. Что-то как-то маловато у меня патронов. О, отлично. А вот про госпиталь игру... Я точно играл на компе или не? На PlayStation играл. Ух ты, убил. Круто. В Blood надо будет как-нибудь обязательно поиграть. Но больше всего мне, конечно, немножко не к месту, но прям захотелось почему-то поиграть в Deus Ex. Тот самый, в старый. Вообще игра шикарнейшая. Когда я в нее первый раз поиграл, я, мягко говоря, офигел. Вообще, столько игр хочется попереиграть. И так мало времени, к сожалению. Так, здесь мы еще не были, да? Особенно Deus Ex, он довольно длинный. Его я играл где-то недельку точно. Я один раз его когда проходил, играл. Так, у нас тут, по-моему, гадкие штуки вот эти. Ух ты, повезло. Офигеть, их тут 5, что ли, или 4. Ненавижу вот этих врагов. Они появляются как раз во втором эпизоде. И вообще здесь самые вот прям новые враги собрались. Такие надоедливые. Копов как раз таки здесь, что интересно, тоже нет. Только один трупик будет чуть попозже. По-моему, на базе на Луне, если я не ошибаюсь. Но мы свое время... Всему в свое время дойдем до туда. Кстати, к слову, на этом уровне очень много отсылок к Стартреку. Помимо помещения... Одного. Ого. Давай. Ух ты. Помимо помещения, вообще даже сама карта стартрековская напоминает сам корабль. Единственное, что тут не очень получается показать. Но тем не менее, это так. Это Кидюк пестрит отсылками разными. Вообще, вот эта, кстати, тема прикольная, то что когда за горло держится вот этот вот инопланетянин, он может взять и за спины взять и встать. Хоть это немножечко и побешивает.
И вот это вот исчезновение, отсылка к хищнику. Хотя и даешь сами, как бы они, конечно, на хищников похожи, но все равно прикольная такая вот тема. Вообще очень мне нравилась эта игра. Я как раз в то время смотрел и следил вообще по инопланетной вот этой тематике. Смотрел «Людей в черном». Там тоже есть небольшие отсылочки. Особенно в PlayStation версии там плакаты. О. Плакаты были там интересные в другие кинотеатры и не только. Даже были отсылки к криминальному чтиву. Но все-таки Дюк до Atomic Edition не так сильно прям был зациклен на отсылках, что интересно. И на юморе. И я уже говорил как-то, что игра довольно-таки сама серьезная, достаточно. То есть Дюк именно вот больше... Ай-яй-яй, офигеть. Все атомное здоровье мне одно забрали. Дюк, он больше вот разбавляет процесс игровой. И там отшучивается иногда. А так в целом игра очень даже такая страшненькая местами. О, получилось. Pet Commander. Похожие враги есть в игре Prey. Только они стреляют другой фигней. Ой-ой-ой-ой. Ну-ка давай вот сюда. Нет? Вот и второй эпизод особенно немножко такой криповый довольно. Мягко так говоря, но все-таки то, как болтает Дюк, прям хорошо помогает расслабиться немножечко. А в PlayStation версии еще и трек довольно такой страшный в этом уровне. Так, мы там попозже откроем. Там будет секрет, который позволяет в комнату попасть с этим стартрековскую. Небольшой фанат стартрека, если честно, поэтому не знаю все тонкости. Ой-ой-ой, блин, не получилось. Вообще не люблю я этих протектор дронов. По-моему, так они называются. Очень бесячие враги. Но, кстати, про криповую музыку здесь еще будут. Страшная музыка. Прям нагнетающая. Ух ты. Прям чуть меня не влетел. Блин, не получилось. Эти ребята еще хорошо уворачиваются от ракет. Да и в принципе, наверное, от пуль. Ужас, уже у меня 100% здоровья всего лишь. Все там на эту забрали. Так, ну вот. Отсылочка наша к Стартреку. Даже цитата
из Star Trek здесь. Но это еще пока не все. Тут двойная отсылка к Star Trek. Ну да, кстати, здесь читы прикольные. Ой-ой-ой. Что-то мне страшно стало. Ух ты. Куча всего поразбивалась. Вот вторая отсылка. The Really Ready Room называется. А что за чит-код? На что? Какой? А, этот? Это, по-моему, все, все оружие дает и карты, и прочую фигню. Офигеть. Вы видели это, да? Блин, зря я так сделал. Охренеть. Их там, по-моему, 5 или 6 было. Охренеть. Зря только потратил здоровье атомное. Да-да, по-моему, все предметы все-все-все дают. И карты, и все-все-все. А вот остальные я тоже сильно не помню. Там были разные читы на уровне. И на вот DN Clip, по-моему, есть чит такой, который позволяет сквозь стены ходить. Была куча всякой прикольной фигни с этим связанной, с этими стенами. Так, а мы, по-моему, нам не засчитали секретку. Сейчас мы вернемся в Really Ready Room. Где-то здесь вот. Во, Secret Place засчитали. ДНР. Даже не знаю, кстати, что это за чит такой, интересно. Блин. Опять эти ребята, которые плеваться умеют кислотой. Надо бы нам тебя вылечить. Будем сейчас превращать всех маленьких. Вот это, кстати, вот тема с оружием мне очень тоже нравится. Очень много необычного оружия в этой игре. Прям, ну, нереально необычное. Не такую, ни одну такую игру я не знаю, где куча крутого такого оружия. И особенно вот даже дробовик не нравится. Хотя в Думе двухстволка — это вообще жесть. Прям очень мне нравится. Я вообще люблю, в принципе, дробовики в шутерах, где они прям реально вот убойные, где они реально работают как настоящий дробовик. Прикольно, что, кстати, фон еще здесь меняется на каждом эпизоде. Ой, прям под пулю полетел. Вот девчонки, которые в коконе непонятно. Прикольно здесь то, что освещение можно хорошо настроить, и прям реально темно становится. Это я так хорошо настроил его, чтобы оно было прям контрастным. Блин, надо еще в System Shock, кстати, поиграть. Тоже классная игра. Так, а ну-ка, это нужная вещь. Вот этот уровень можно прям сразу пройти. Взял, на джетпаке полетел на самый верх, и все, и ты как раз-таки выходишь на выход. Нам вон туда надо идти, наверх. Гадость. Скорее бы мы уже добрались до
одного из моего из моих любимых уровней на Луне. Здесь, кстати, будут в некоторых моментах играть музыка с PlayStation версии, которая мне прям очень нравится. Поэтому я ее решил поставить. О, Херетик, вообще крутая игра. Тоже у меня есть. Необычная довольно. Такая, в средневековом стиле. Есть еще какая-то игра тоже в средневековом стиле, но вот я не помню, как называется. Она, по-моему, не помню, есть она у меня или нет. Она немножко типа с RPG-элементами, но... Как же она там называлась? Вот. Прям забыл. Strife, что ли? Вот, по-моему, да, она мне, кстати, должна быть. Ее переиздавали не так давно. Ну, как не так давно? Вообще, довольно давно переиздавали. Немножечко я соврал. На то, что они недавно. Давно переиздавали там ее, эту игру. Тоже интересная, необычная игра. А, вот куда нам надо, да? Так, у нас тут, по-моему... Да. О, еще один. Еще интересная игра, но не шутан, это Wizardry, которая, кстати, является Dungeon Crawler'ом, которые вдохновлялись Atlus, это если просто про SMT говорить. Так, у нас тут ничего нет, да? Всё. Или еще что-то мы найдем. Надо вот аккуратно не умереть. Не умереть здесь. Задавит как. Тут вообще много мест, которые могут тупо взять и завалить. Потому что движок. Но у него есть такие особенности, что вот некоторые предметы прям берут и убивают. Если застрять в них нехорошо. Опа. Опять плюется. Гадина. Не надо на меня плеваться. Вот в этих местах вообще вот опасно находиться. Легко сдохнуть. Тупо из-за того, что тебя как-то непонятным образом защемит. Вот именно прям защемить может. Частенько иногда я умирал здесь. Прикольно, попал на поршень. Или что это такое? О, секретка. С картой земли. Какой-то непонятный. О, кого-то придавило. Сквиш. Блин, интересно даже сейчас посмотреть. Причем как раз таки из особенностей движка. А, вот я знаю, что вот эта штука задавила кого-то. Еще здесь враги плавать почему-то не умеют. Да и вода тут немножко странная на самом деле. Shadow Warrior сделали прям реальную воду. Прозрачную и непрозрачную. Но в основном она реально чувствуется водой. И еще интересный момент. Можно... Вон, кстати, там вот эти слаймы. Они сжирают... всех и врагов, и тебя. И иногда бывает неожиданно может на лицо тебе взять и слайм залететь, и ты можешь немножечко испугаться. Они похожи на лицехваты, явно как бы такая отсылка к чужим, и приходится использовать ногу, чтобы не убили. Они просто, в принципе-то, они сильные, не сказать, чтобы прям как враги серьезные, но могут иногда много хп схавать. Так, эту штуку мы не будем, мы, наверное, уничтожать.
Хотя можно, наверное. Пусть, наверное, убью. Хотя не. Если ее заденет, то появится осьминожка и будет нас убивать. Ничего не видно из-за контрастности темной. Ой-ой-ой, надо было подойти и дать вот этим ребятам умереть, и бы очень хорошо зацепило бы. Ага, я вижу что-то ногу. Так, похоже, придется женщину убить. А женщины говорят, кстати, как в Чужом. Ребята, которые захватили в качестве жертвы. Там, где они говорят «kill me». Очень много отсылок. И, к слову, про Чужих есть тоже шутан в 90-х, который вышел. Так, надо быть осторожным. По-моему, здесь будет спам. И все, что ли, один? Не может быть. Ну ладно. Вот, был Alien Trilogy, называется. Есть еще на PlayStation эксклюзивная. Понятно, ладно. Попробуем. Ну и что это, серьезно? Давай, падай. Да уж. Не получилось прикола. Как говорится. Вот, Alien Trilogy выходил на ПК. И на PlayStation, а был еще Alien Resurrection на основе фильма. Довольно интересно. На него еще... него можно было играть еще с помощью мышки на PlayStation. На PlayStation, к слову, была мышка. Было вообще интересно это дело. Блин. Это надо осторожно глядеть в оба. Попадали некоторые. Прикольного тоже, когда они падают. Давай. Сейчас куча врагов будет. Вот, Alien Trilogy тоже прикольная такая игрулька. Там Pet Commander, да, появился. Блин. Аккуратно. Мы не хотим, чтобы нас ракетой пульнуло. Так, что, всех завалили уже? Неужели, да? Все умерли в комнате. На тех местах мы уже были. Вот мы сейчас здесь. Где-то мы можем, кстати, здесь себя увидеть. А хотя нет, здесь не получится. Так, ну-ка. У нас полный девастатор есть. Пойдем наверх. Где-то я слышу нехорошие звуки. Да. Вот этот. Проклятый протектор. Дрон. Куда-то летает он непонятно куда. Полетаем немножечко. Так вот, к слову, можно было пройти уровень. Потому что это одна сплошная такая башня. В основном, но... мы играем по-честному.
Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ого, это было страшно. Блин. Похоже, придется мне использовать джетпак. Вот так вот прикольно, кстати, сражаться. На весу таком. Да умришь ты. Уже столько этих потратил. Блин, где он? Зараза, все-таки меня нехорошо ударили. Так, а мы где-то пропустили какой-то секрет. Опасное местечко. Даже интересно, где я секрет пропустил. Блин, какое ж тут эхо все-таки. Так, все. Почти все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не надо. Подожди. Все-таки покоцал немного. Так, где же у нас тут? Неужели не идет не здесь, да? Ну ладно. Придется нам без одного секрета идти. Ужас, 118 врагов в таком маленьком уровне. Так, сколько у нас? Вот так пока сделаем. Такой неплохой уровень. Но есть и получше, как говорится. Так, давай-ка вот так, наверное, сделаем. Потому что тут неприятные враги. Опа, сейчас нам прилетит. Так, ну раз уж так, мы вот это забираем. 10 патронов. И посмотрим заодно в камеру. Может, чего интересного увидим. Здесь, кстати, секретный уровень у нас будет. И довольно немного, немало батл-лордов маленьких. Так, здесь мы уже были. Блин. Это было больно. И неприятно. В лицо ракетой. Так, ну здесь тоже у нас будет дурацкая ситуация. Ага, вот ты где. Этих ребят только так лучше всего убивать. Но сейчас будет кое-что менее приятное. Это вот это. Миллион этих камикадзе, дронов этих. Блин. Ну давай, не, через стенку не хочет умирать. Ладно, будем по старинке оружием убивать. Залетим сюда. Хоть немножечко компенсируем весь нанесенный нам урон. А всего лишь 4 секрета. Так, ну что-то у нас еще больше вроде бы ничего нет. Хотя на входе, по-моему, был чейнган.
тоже прикольный пулемет такой. Очень мне нравился всегда. Ага. Двое исчезло. Еще и за спину попыталась залезть. Ха, прикольно. Двоих придавило. Ну, один теперь точно не встанет. И это хорошо. Так, больше тут ничего, да? Нет. Зацените эту красоту. Здесь не так прикольно, вот земля. Конечно, красивая. Классные звуки, когда они падают. Такие мяк-шмяк такой. Офигеть, три штуки этих штук. Сейчас все этот заберут, все патроны. Ну давай. Убили. Ого, ого, серьезно? Что-то мне кажется, или их раньше меньше было. Прямо огромное количество здесь врагов. Сейчас главное аккуратнее быть. Так, ну-ка. Не надо стрелять. Щекотильная такая, щепетильная ситуация. А, прикольно. Сожрали. Одного врага сожрали. Двоих, даже сказать можно. Один трупик, одного живого, по-моему, съели. Блин, иногда здесь такие прикольные моменты случаются. Еще и про постел, кстати, вспомнил почему-то второй. Там вообще веселье. Надо будет в него тоже поиграть. Тоже довольно долгая игра. Второй постел. Он, кстати, можно было нас увидеть. Где? Вот. Вон мы стоим, смотрим в камеру. Видим из камеры, как мы видим камеру. Прям рекурсия получается. И вот нам Дюк сказал, чего ты ждешь? Рождество? Офигеть, три. Три чертовых батл лорда. Страшновато. И надо всех завалить будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не. Идите отсюда. Я ухожу. Отстаньте. Здесь что-то реально много врагов. Я, конечно, понимаю, что я играю на камгетсом. Сложности. Но, блин, все равно как-то. Неожиданно. Вот это вот я точно забыл, что... Врагов тут реально много. Еще и вот эта штука здесь нарисовалась. Сколько вас тут можно смотреть на вас? Сразу видно, да, что у нас тут ждет за такой дверью. Блин. Завалили. Опасно, опасно. Так, ну двоих я сейчас точно убью. Ой-ой-ой. Давай, умирай. Офигеть, 10% у нас было. Неплохо мы так завалили. В постел на польском языке даже было такое. Даже не представлял. Что такое было. Я думал почему-то, что он... Хотя, в принципе, он же и на русском выходил.
наверное, неудивительно, что и на польском тоже был. Но все равно прикольно, конечно. Это в журнале, с журналом получается целая игра была, что ли? Вообще классная была игра. Надо будет обязательно в него тоже поиграть. У меня вообще в планах прям очень много игр. Так, сюда нам не надо пока что. Рано. Даже я бы сказал, цель у меня пройти кучу-кучу игр. И на PlayStation даже, вот на втором как минимум точно. Да и не только. Круто, три диска. А что еще было на этих дисках? Так-то да, конечно. Грех было не купить, согласен. Ух ты. Мне показалось, или их было двое? Так, у нас тут сейчас будет опять, по-моему... Блин, да серьезно? Давай, 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 успели, офигенно. Завалили. Все, завалили. Это у нас, кстати, самый главный враг, которого мы должны убить. Он будет последним финальным боссом, но не до конца. А, это камера. Так, а что у нас тогда? Где у нас другая? А, вот вижу. Добро пожаловать, как говорится, в секретный уровень. Довольно неприятный уровень сейчас будет на самом деле. Spin Cycle, но с классной музыкой. Тоже довольно крипотная прям. Аж грустно немножко иногда становится. Так, ну... Сейчас мы начнем освобождать всех и вся, чтобы потом всех завалить. Блин, вообще, ля, посмотрите на это, охренеть. Ужас, ужас, страшно. Вот реально страшно. Одного вообще взорвали. Не, ты у нас не пустишь ракету. Их больше всего реально я ненавижу в этой игре. Это самые ужасные враги. А их еще сейчас куча будет. Прям реально очень много. Ой-ой-ой-ой-ой. О, Alien Shooter тоже прикольная игра, да. Я помню, как я первый раз в нее поиграл. Аля, вот просто посмотрите на это. Вот это огромное количество врагов. 59 вроде бы написано, но мне кажется, что-то как-то маловато. Охренеть. Блин. Откуда вы пуляете? Понятно. Ну, иди сюда. Ну ладно, будем по-другому с тобой разбираться. Да, опасность здесь такая вот. Ситуация не очень приятная.
куча мяса летит. Кровь, кишки. Охренеть. Мне интересно, на оригинальном железе тех годов игра вообще сильно тормозила при таком количестве одновременном врагов. Увидимся в аду. Вот действительно. Блин, вообще жесть. О, попал. Прикольно. Так, мне нужна немножечко... Вот, наверное, вот это я возьму. Конечно, не слишком много патронов. Но пулемет нужная вещь. Блин, охренеть. Прямо в этот чертов камикадзе дрон. Влетел я. Ой-ой-ой-ой. Тоже вылетел, но не получилось. Блин, это что было? А серьезно? С самого начала? Что-то как-то вообще не прикольно. Что ж, опять начнем. Все равно всех буду сейчас освобождать и открывать. Я думаю, надо. Хотя, наверное, вот этих ребят надо завалить, пока не поздно. А то они прям мешают очень. Офигеть. Вы это видите? Сколько здесь этих хреновин. Блин, лишь бы эта фигня не залетела. Охренеть. Офигеть, это что было? Ужас. Он аж кричал, блин. Я чуть не умер. Блин, жесть какая-то, охренеть. Давайте, умирайте. О, еще один прорвался. Офигеть. Вообще интересно наблюдать, как они это делают. И страшно. Не-не-не. Еще кто-то появился. Черт. Ай-яй-яй. Блин, я хотел пистолет взять. Он мне дал дробовик. Сейчас будем всех пистолетом валить. Ой-ой-ой, не надо сюда залетать. Дурацкий дрон. Еще один. Похоже, двоих зацепил и двоих в горло попал. Ого. Ну-ка, вот это надо убить вот так. Да. Берем патроны дробовика. Так, вот это я точно возьму. Ну, пистолет. И вот это мне тоже понадобится. Что ж, продолжим страдания. О, отлично. Блин, да что ж ты?
как это так получилось, вопрос. Да. А, я понял, то есть можно вот так сделать, и ракета будет за тобой лететь. Охренеть. То есть меня, я сам себя взял и убил второй раз. Блин, опять. Тупо сам себя завалил. Нет, так дела не пойдут. Мне нужно вот это. Вот так. Ой-ой-ой. Блин, они повсюду, они просто вот нереально пугают. А ну-ка, давай по вот этой фигне вали. Нет? Блин, прикольно, конечно. Давай вот так. О, давай, давай. Блин. Тихо, тихо. Тут у нас еще есть... Тебя мы уменьшим. Кстати, у нас же есть замораживатель. Их тоже им хорошо валить. О. О, отлично, убили. Еле-еле. Ух ты, это наше до сих пор с фризера идет. Так, ну, давайте теперь включать. Блин, опять куча врагов. Три фэт-командера, которых мы убьем. Вот, отлично. Не, это было что-то. О, еще эта гадость. А, прикольно. Друг дружку побили они. Тихо, тихо. Вот, отлично. Так, ну что, откроется, да, открылось. Пытаемся теперь не умереть. Вау, 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 серьезно, серьезно, у вас целых два. Ну, в принципе, логично, я другого и не ожидал, конечно. А, прикольно, девастатор. 3D-шный. Воксель. Так. Сейчас мы пособираем здесь все и пойдем разграблять остальные места. Так, и вот это нам тоже нужно использовать. Музыка, конечно, классная все-таки здесь. Особенно если играть не... не на стандартном MIDI проигрывателе винды, а вот я использую пак, который называется Sound Canvas 55. Человек, тоже фанат Юка, записал треки на железе, на котором эти треки сделали. Так, все, я похоже все собрал, прям вооружен до зубов теперь. Единственное, что уменьшатель, не так много патронов, до полтинника еще не хватает чуть-чуть. Тоже прикольная музыка. По-моему, мы уже на Луне почти.
Так, так вот. Он записал на реальном железе, на котором эту музыку записали. И без него, вот я даже не представляю, как можно играть без этого саундтрека. Потому что это реально вообще крутейший саундтрек в этой игре, но так как это MIDI саундтрек, то стандартный проигрыватель винды, он очень сильно портит эти треки, к сожалению. Ну, еще одно местечко с секретом. Холодильник. Мы прям практически все пособирали. Я очень вообще раньше любил саундтрек именно PlayStation версии. Прям реально такой классный, такой формат больше вот электроники. Но чем больше я начал слушать правильный ПКшный саундтрек, тем больше он мне понравился. О, прикольный момент. Это зеркало, если что. И нас, похоже, в зеркало увидели. Ну, идите сюда, ребята. Во. Отлично. Какая прикольная ловушка. Можно вам посмотреть на тени. И на себя. Черт, я выгляжу круто. Ой-ой-ой, сколько яиц. Попьем водички, которая здоровье здесь восстанавливает, для тех, кто не помнит. Но не более 100%, понятное дело. Слишком жирно было бы 100% восстановления, если бы была возможность сделать. Прикольно, пригнулись. И получилось увернуться. Ой-ой-ой. Изо всех щелей лезут эти штуки. Лицехваты местные, слаймы. Ох, три. Благо их с одного удара можно убить. И вообще ногой. Поэтому приходится вот так бегать, чтобы не убили. Так, еще один. Все? Неужели это все? Ладно. Опустим. Отпустим ногу. Куча опять народа. Странно, что здесь было. Опять мы себя видим, и как мы смотрим в камеру, и опять в этой камере есть дюк, который смотрит в камеру, опять рекурсия. Это, кстати, довольно большой уровень. Как и, в принципе, практически все уровни в этом эпизоде. Я уже час играю. Это прям неожидаемо. Так, ладно. Делаем тогда вот так. Ну, маленькая камера. Там уже осьминожка летает. Надо бы осторожнее быть. Благо у нас есть его злейшая
Злейший враг, страшное оружие против осьминожки. Ой, мы уничтожили бедное зеркало. Все, нету зеркала. Вот это тоже возьмем. Секретное место. Все, ничего нет. Ну ладно. Давай, умирай. Ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратненько. Сейчас мы вот так сделаем. Взрывайтесь, ребята. О, прикольно, задавили. Классный момент. Люблю, когда они задавливаются. Так, этого убили. Давай еще один произойдет. Я тоже так умею. Ну-ну-ну-ну-ну. И что это? О, прикольно. Осьминожки убивают, босс. Опять Battle Lord. Осьминожек бьет. Так, ну и... Нет, нельзя залететь. А мы сейчас дойдем тогда по-другому. А, мне нужно... Открыть это место. Открывается оно. Нет, не здесь. Ладно. Ого. Сколько у вас тут? Блин, прям под эту, под этого. Прям на рожон. Ого, сколько у вас тут? Осьминожек-то. Хорошо. Зацепило все-таки. Так, это мы пока не будем брать. Все. О, прикольно, отодвинулось. Аж отодвинул. Так, а ну-ка. Меня сейчас интересует вот это место. Но... Чтобы до туда добраться, мне надо что-то другое, видимо... Какое-то другое место сходить. Так, это мы пока не будем брать. Где-то тут я слышал звук осьминожки. Так, один секрет остался. Ой-ой-ой-ой. Еще одна осьминожка. Две даже. Отлично. Хотя бы так. Одним ударом двоих завалили мы. Но нам надо дальше двигаться. Ну-ка, возьмем-ка, что это было.
Где-то тут кто-то попытался меня подпалить. Ага, вон вижу. Вот так вот. Кого-то я зацепила. Я не очень понимаю, кого. Так, надо вот это уничтожить. Ой-ой-ой. Открывайся, открывайся. Нет, 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 нет. Черт. Эти штуки летят дальше. Страшно. Блин, жалко, не получилось их об дверь убить. О, вот этого убил. Все, да? Иди сюда. О, отлично. Хорошо получилось. А тут, наверное, нет, не умер. А, убьем в сортире. Инопланетянина и пописим. Слово, давно мы уже не ходили в туалет. А, мы уничтожили весь свет. Ну ладно. Так, все, больше здесь ничего нет. Ну что, пойдемте дальше. Наконец-то сбегаем вот сюда. Давай, давай, давай. Это ж такое-то. По-моему, можно сюда залезть, но почему-то не получается. Не знаю почему. Бред какой-то. Непонятно почему. Он не может залезть. Да давай, залезай, а? О, получилось. Во, наконец-то. Все, мы побывали во всех секретиках. Можно теперь идти к главной битве. Блин, не пойму, почему такая проблема залететь вот сюда. Ну-ка попробуем. О, получилось уменьшить. Блин, сколько у вас здесь? А, интересно. Отсюда можно видеть туалеты. Ну-ка, и что тут еще у нас есть? Больше, видимо, ничего, да? Включим свет, это что-то как-то очень темно. И похоже, пойдем мы в это местечко. Ай-яй-яй-яй. Это было неприятно. И
И все, да? Вот так вот. Ну что ж, пойдем отсюда. Слишком долго мы в этом уровне задержались. О, лунный реактор. Прикольной музычкой. Ой, как много вас тут. Да умрите вы. Отлично. Получилось хорошо. Сейчас, наверное, пройдемся по вентиляции, поубиваем этих лицехватов. Еще и атомное здоровье взяли. Так, все, да? Сейчас проверим, что тут у нас. Да не, она как раз таки, кстати, была не вырезана, потому что это MIDI. Просто была проблема с звуковым устройством. Вообще, досовская версия, как бы она работала вот максимум на XP-шке. И я как раз таки на компьютере первый раз на Windows XP поиграл в нее. И там была вот проблема, в принципе, ее, во-первых, запустить правильно. Я помню, долго мучился с этим, чтобы она заработала, в принципе. Лазил настройки непонятно. Я тогда был довольно таким еще очень молодым ребенком, можно сказать. И я помню, я игрался постоянно с этими настройками. И как раз пытался и музыку включить, и все остальное. И не помню, как-то, по-моему, получилось мне музыку включить. Довольно удачно, но не сразу. Там можно было, типа, выбирать способ воспроизведения музыки. Устройство. И как раз таки, по-моему, одно из этих устройств было... Ой-ой-ой, умирай. Ну давай, 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 давай. Режься. Чёртова фигня, ладно. Вот, один из способов как раз сработал, я тогда не думаю. Нифига себе, может еще как-то попробовать. Но была проблема немножко в другом, то что у винды был свой проигрыватель, фу, как это было скрипотно. У винды был свой проигрыватель MIDI, и он был один, и приходилось терпеть ужасное качество музыки. Но когда я смог включить, все равно было прикольно. То что вообще есть такая возможность на XP. Включить музыку. И я тоже сначала думал, что, видимо, музыку вырезали. Искал версию с музыкой, никак не смог найти. А оказалось, все довольно легко и просто. Потому что музыка MIDI качество, как бы, ну, там, она сильно много-то и не весит, по факту. Так что вот... Было интересно вот это вот узнавать, запускать с первого раза. Вообще она не работала в принципе.
Все, что ли, больше никого нет? Благо, что есть порт теперь нормальный, который все эти проблемы с музыкой и со всем остальным решает, и с помощью модов можно вообще геймплей хорошо улучшить. Есть там даже чисто полностью все 3D-шное можно сделать. Я когда в интернете его нашел один раз, я находил его, там была достаточно сырая еще версия. Это, наверное, был год уже 8-й или 9-й. Так, не вижу я. Вот, вижу теперь. Офигеть. 4 штуки. В 8-м или в 9-м году я нашел сайт, где можно было скачать. Но так как у меня интернет хреновый был, а объем у этого пака 3D-шного был большой, к сожалению, не получалось у меня скачать. Но, если честно, он не такой классный был, как, конечно, вот, по скриншотам наоборот, казалось вообще охренеть, сказка какая-то, Duke Nukem, прям в реальном чистом 3D. Думаешь, как так получилось, почему не получается скачать, а потом, как оказалось, то в принципе не сильно много и терял, если не скачивал. Но хотя все равно прикольная задумка. На тот момент все равно это было неплохо. У нас тут отсылочка скоро будет. Секретное место. Нам надо найти джетпак. Как это так? Мы вообще его не нашли еще. А ну-ка. Что тут у нас интересного есть? Да, жалко, что джетпака нет. Ладно, прыгаем тогда. И надеемся не умереть. Вот, не умерли. Отлично. Отсылочка у нас тут. Люк Скайуокер. Из Империи. Которая наносит ответный удар. Так, ну поехали. Сейчас их всех смятку должно... Нет. Да, уйдите вы. Блин, и меня тоже в смятку. Так, давай еще раз. Все. Сейчас их должно в смятку всех. Не, похоже, не дошел я. О, поехали. Блин, да что ж такое? Во, поехали. Теперь всех в смятку завалит. Вот, отлично. Блин, а как так получилось, что у нас джетпака нет? Неужели мы его полностью весь потеряли? Так, а где еще один? Без одного кила будет не так интересно. Ну ладно. Раз нет, то нет. Вот еще. Офигеть. Сколько же тут осьминожек.
Все, убили одну и вторую. Еще будут кто-нибудь? Пэт-коммендеры появились. Так, это у нас... Да. У нас тут эти ребята. Мы уже потеряли атомное здоровье. Нет ли у нас тут какой-нибудь... Это похоже секретки. Два фэт-коммендера у нас, да, здесь. Так, ну что у нас тут следующее? Желтая карточка. По-моему, у нас тут будет, да, два батл лорда, которых мы раздавим благодаря уменьшателю. Так, туда мы не пойдем. Здесь мы уже были. Все, больше тут ничего нет. Ну, раз так, то ладно. Ой. Не заметил второго, а тут их вообще три. Попьем водички. Можно повосстанавливать так здоровье. Ну да ладно, пойдем. Хотя, кстати, наверное, восстановим все здоровье. Всего-то тут пару хп набрать-то. Так, что тут еще есть? Вообще, что-то многовато мы секретов, похоже, пропустили. Всего только три нашел. Давай, умри. Ха. Блин, вот это мне нравится, когда такое происходит. Когда их смятку убивает. Это сколько у вас здесь? Даля, еще. Включим свет, чтобы лучше видеть всех. Секрет. И два. Так, ну что? Надо бы подальше отойти отсюда. Потому что может хорошо задеть. Тех мясо поубивали. Ну привет. Блин, где же еще два секрета мы пропустили? Ладно, тогда пойдем уже.
Ой-ой-ой. Прям что-то хорошо нас покоцало. Повезло. Но мы сейчас поищем чего-нибудь, чтобы восстановить здоровье. А, ну ладно, или так. Так, в принципе, тоже годится. Жалко, конечно, что мы не восстановили полностью до сотки. Но ничего. Какой интересный уровень. Во. Мой любимый трек. Такой грустный, но классный трек. Прям какая-то тоска по земле, наверное. О, кстати, труп. Пик копа. Но не единственный. Там потом еще будут. Ух ты ж, сколько вас тут. О, 2х сразу, что ли? Нет. Так и думал. Так и думал, что не 2х. Жалко. 2х было бы прикольно задеть. Интересно, что это такое? Солнышко, может быть? Давай возьмем секретное место. Это тоже его возьмем. Так, куда мы? Да, сюда, видимо, нам придется идти. О, незаметная трещина. Надо бы почаще заморозки пользоваться. Отлично. Почему бы не попользоваться ею сейчас? Куча. Куча всяких бомб. Заморозка тоже вот прикольное оружие, но вот уменьшитель самое крутое, наверное, вот из оригинальных оружий. Друг дружку поубивали. Что тут у нас? Ничего не нужно из этого, да? Ужас, сколько тут врагов. Прям удивляешься. Hail to the king, baby. Прям везде. Опять кто-то появился здесь. Я вам сейчас задам трёпку.
Да я думал, уже здесь что-то будет. Но, видимо, нет. Так, неужели все? Ну ладно, пойдем дальше. Главное не умереть. Ух, как они хором заорали. Все, всех убили? Похоже, что да. Поехали наверх. Вот еще один труп пикопа. Так, ну надеюсь, мы не умрем. Куча этих слаймов. Ужас. Прям даже как-то неожиданно. Еще. Так, все, никого больше не оставили. Да что ж ты, не залетаешь, вот. Сейчас везде сбегаем. Это исправим дело. Так, все. С этим местом мы закончили. Куча камер. Кстати, вспомнил, что здесь еще планировали ввести механику со скафандром, но так и не ввели. Хотя он можно было его использовать как предмет, скорее всего, когда вот мы ходили на Луне. Вообще было бы интересно, конечно, на это посмотреть. И не даже не сейчас, а чуть попозже будет место, где мы реально будем на Луне. Потому что здесь, я так понимаю, еще есть защита определенная. Так, ну и где? Ух ты, спрятался за ящиком. Гамма-транспорт. Почему у меня джетпака до сих пор нет? Странно тоже, вот это непонятно. Поехали.
Надеюсь, джетпак я смогу найти. Ой. Это было немножечко страшно. Нельзя так подкрадываться. Это у нас такое, да, место здесь. This really pisses me off. Блин, получилось. Где-то здесь у нас можно взорвать. Блин, потерял эти. Вот, нашел место, куда можно стрельнуть. Ух, что это такое было? Потерял я сапожки защитные. Ух ты, сколько у вас здесь опять? Ну-ка, ребята, давайте убивайтесь об эти ворота. Блин, не вовремя открыл я. Ну, отлично. Завалил, похоже, всех. Да. Скоро мы вступим на Луну. Еще третья. Всех уменьшили, всех поубивали. Ой-ой-ой, только бьет. Блин, вот это прикольно тоже, разрушение. Тоже мне очень нравится. Надо было не использовать аптечку, хотя, может быть, и стоило. Так, вот тут мы уже тоже себя видим. Мы наконец-то взяли желтую аптечку. Аптечку имел в виду, карточку. Тут на пути у нас уже новые ребята заспавнились, которые нас поджидали. Блин, там был враг, жалко, что не убили. Но возвращаться, наверное, к нему не буду. Когда ж мы уже найдем
Что мне больше интересно, это джетпак, который мне нужен для одного секрета, но похоже не судьба. О, куча врагов. Ну-ка, давайте выходите, сейчас будет прикольно. Теории. Можно будет их сбить. А куда нам? О, круто, одного передавило. Один к нам все равно залетел. Где же здесь джетпак? Да, кстати, здесь довольно много вот таких вот такого транспорта именно в этом уровне. В каком-то эпизоде еще будет уровень типа как метро, там тоже будет сабвей, типа транспорт будет определенный. Ого. Сожрали, сожрали. Ха. Вот, кстати, эти скафандры. И вот там нас ждет выход в космос, на Луну. Так, ничего нового. Ну что ж, пойдем. Сразу вот этих попробуем убить. Ха, классно, разлетелись на куски. Так, ой-ой-ой-ой. Прозевал я. Налет. Куда улетели, ребята? Довольно большое это пространство. Да давайте, умирайте. О, прикольное. Причем это еще и воксель. Наблюдательная получается это. Обсерватория. Надо туда как-нибудь попасть. Жалко, что джетпака нет. Я вообще не понимаю, как я так его потерял. Что он у меня улетел? Очень это странно. Ну, прикольная обсерватория. Ужас, тоже тут немало врагов. Из-под тяжка. Прямо в спину. О, атомное здоровье. Еще один. Так и не вижу я до сих пор джетпак, и похоже надеяться не стоит на то, что я его вообще найду. Вот, отлично, сразу же с первого удара завалили.
Так, и что, я не смогу наверх залететь? Жалко. Хотелось на обсерваторию. Блин. Все-таки стрельнул своей кислотой, плюнул. Ага, второй раз. Ужас. Гадина. Но эффект, конечно, прикольный. То, что весь экран прям зеленый становится. Не надо, не смей даже стрелять. Так, сейчас у нас еще одна отсылочка будет. Угадайте, откуда. Угадайте, откуда у нас тут отсылка. И на что? Потому что довольно прикольная она отсылка. А тут у нас еще и трупы космонавтов несчастных. Причем кажется, будто из них чужие выползли. Да выглядит, конечно, крипотно. Так, у нас тут секретный уровень. Чуть попозже мы на него залетим. И, по-моему, это предпоследний уровень будет. Проклятые осьминожки. Запинаю их ногами. О, женщины. Кто еще здесь? Сюда мы точно не пойдем. Все, что ли? Больше здесь ничего нет. Ну тогда идем наверх. Хотя бы сапожки нам, кстати, дали. Что ж, идем в секретный уровень. К сожалению, один секрет пропустили из-за того, что нету джетпака. Какой-то глюченный немножко уровень. И довольно неприятно. Интересно, не... что это они сказали? Кто должен умереть? Дюк Нюкем?
Так, сохранимся на всякий случай. Ладно. Мы так легко не сдадимся. Довольно быстро его завалили. Еще эти ребята появились. Но нужно быть осторожными. Где-то тут еще один ходит. Так, у нас прям что-то совсем со здоровьем все плохо. Ого! Ага, вот где он, оказывается, ходил-то, а? Блин. Три! Черт возьми, офигеть! Ахахаха! Опасно! Блин. Опасно нам тут. Надо выжить любой ценой. Страшно. Жутко. Страшно. Черт возьми. Где-то надо бы найти. Вот, отлично. Даже Дюк говорит, что ему это было нужно очень. Прям я при смерти. Нельзя умирать. Где эта гадина летает? Слышно, как летает, а где непонятно. Черт. Вот так мы сделаем несчастных инопланетян. Так и убьем. Жалко, конечно, что пришлось атомное здоровье вот так использовать. Блин, тут была лечилка. Ну ладно. Что поделать, придется действовать, как действовали. И заодно сейчас пособираем патронов побольше, потому что я смотрю на дробовик, вообще что-то плачевно. Так, все, ну ладно, уменьшая нас. А это отсюда штука вылетает. Такой вот интересный маленький уровень, секретный, который вообще задумывался как мультиплеерный уровень. Теперь нас ждет Hoverworld. А. Нам надо сюда сбегать.
Странно, откуда они? Duke Nukem стоит. Да, был бы джетпак. Нужно было бы этот уровень прям, в принципе, прям быстренько пробежать. Тут легко к боссу попасть. Нет, тебя мы будем убивать вот так. Отличная аптечка. Да, опять куча этих ребят. Слаймов. Будем всех убивать, причем даже не по очереди, а в разных порядках. Сейчас мы всех поубиваем. Надеюсь, все умерли, да? Вот хорошо. Продолжим. На дробовик кучу патронов хотя бы взял. Где-то здесь, по-моему, должна была быть трещина. Но что-то пока я ее не вижу. Да. Если бы не женщина, можно было разнести все ракетницей. Но, к сожалению, мы не хотим осьминожек. Поэтому нет. Я откажусь от не очень хорошей затеи. Да и женщин жалко, в принципе. Так, ну что? Пойдем-ка сюда, ага, не пойдем. Показалось, что я видел кого-то неприятного. Так, что ж мы открыли? Убрали барьер. Ой-ой-ой. Загородили нам путь. Блин. А, прикольно, застрял. Осьминожка застрял. Так, ну что, получится ли нам допрыгнуть до разных мест? Умирайте, ребята. Да уж, прям смотрю я, нам не хватает здоровья.
Сейчас будем собирать мелочевку, похоже. Вот еще уже 67. Так, ну нам еще надо кое-куда сбегать. Ладно, вот так сделаю. Так, все что ли? Больше нам некуда деваться, да? Ладно, пошли вниз. И вот так вот. Классные взрывы. Уничтожим всех и вся. И зайдем наконец к нашему боссу. Юг сказал, что он оторвет ему голову. Извините меня, насрет ему в голову. И он сейчас продемонстрирует нам то, что он обещал сделать. Как-то быстренько его завалили. Итак, Дюк. Дюк поиграл с косточками своими и сказал, что мне нужна хорошая выпивка, душ и, наверное, мягкая подушка, чтобы полежать на ней, и монитор неподалеку начал мигать. Появилось невероятно страшное лицо, которое сказало следующую фразу. Захват Луны Оверлордом не увенчался успехом, как и захват Земли Батлвордом. Но пока Дюк Нюкем отвлекся, наша главная цель атаки, цель атаки на Землю началась. Мы уничтожим любое сопротивление и не так быстро, фрик, сказал Дюк. Дюк идет в город, и последнее, что ты увидишь перед тем, как ты умрешь, будет моя нога. И, не знаю, наверное, 13-дюймовая нога. Так, и все, видимо, да? Мы прошли второй эпизод. К сожалению, пропустили 3 целых секрета. Это все из-за того, что я где-то потратил джетпак. Прям даже не помню где. Так что в следующий раз, наверное, мы не уверен, что завтра увидимся. Наверное, в понедельник, если повезет. И надеюсь, я все-таки в СМТ продолжу играть. Мы там уже практически закончили игру. Так что буду теперь прощаться со всеми. Всем спокойной ночи. Увидимся в следующий раз. Конечно, очень надеюсь, что получится завтра, но, наверное, вряд ли. Так что всем до встречи. Пока.